Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо цикл наших програм «Роздуми про важливе». Не май 100 рублів, а май 100 друзів, говорить народна приказка. Дійсно, добре мати багато друзів. Дружба дорожча за гроші і всі багатства, переконана і я. А що з цього приводу думають мешканці нашого міста? Що таке дружба? Саме з цим питанням ми вийшли на вулиці нашого міста. І саме це питання ми сьогодні будемо обговорювати разом із священником Віталієм, настоятелем Свято-Троїцького храму села Новаки. Вітаю вас, отець Віталію. Давайте разом переглянемо, що з цього приводу говорять мешканці нашого міста. Що ж таке дружба? Скажіть, будь ласка, що таке дружба? Дружба – це взаємопонімання, в першу чергу, я думаю. Це все саме найкраще, яке таке може бути між людьми. Дружба – це коли ти дружиш і ти знаєш, що твій вірний друг ніколи тебе не підставить. Дружба. Один одного розуміє і уступає. Я вважаю, що дружба – це основне для життя. Дружба – це коли людина одна одну розуміє, підтримує у складних ситуаціях. Дружба – це коли підставить плече один одному в тяжку хвилину. Дружба – це коли человек дружит с другом, и он его не предает, как бы делает, все заступается за него. Ну, что-то вот такое вот. Друзі, це коли в такий важкий час вони рядом з тобою, і коли тобі радісно вони рядом з тобою, і коли тобі щось боляче вони рядом з тобою, оце і друг я поймаю. Це довір'я, прежде всего, довіряй чоловіку, з яким ти общаєшся, дружиш. Что редко в наше время бывает. Доверие, я считаю, во всем доверие. Можно положиться на человека во всем. Дружба, треба помогать один одному. Будь добрым. Дружба – це, напевно, коли розумієш людину з півпогляду, з півслова, коли тебе людина не зраджує, і ти можеш сповісти йому все. Чи може бути багато друзів? Може бути багато знайомих, а друзів декілька тільки, справжніх. Настоящих друзів повинно бути тільки один, настоящий друг, з яким можна поділитися самим откровенним і розказати саме откровенне. На мою думку, багато друзів не може бути, тому що дружба – це насамперед підтримка. І потрібно, щоб були спільні інтереси між людьми, які дружать. Настоящий друг може бути тільки один, який знає про тебе все, але нікому нічого не говорить, але завжди з тобою буде дружити, несмотря ні на що. Якщо людина добра, якщо людина, як вам сказати, один одного розуміє, якщо в людини є якісь почуття ввічливості, таке я вважаю, що якщо один до одного буде ставитися добре, то можна мати багато друзів. Дружба – це саме світле, мабуть, чувство. Так що дружіть і все буде у вас добре. Отець Віталію, ми почули, що переважна більшість користенців говорить про те, що дружба – це взаємодопомога та підтримка. А взагалі, чи існує на сьогоднішній день справжня дружба? З чого вона складається? Як виникає? Ви знаєте, от вопрос о дружбі – це чрезвичайно важливий вопрос для всіх времен, для всіх історичних реалій. І в современном мире, к сожалению, профанируется само название «друг», «дружбы». Она теряет свою значимость. Мы нередко называем друзьями тех людей, которые такими, конечно же, не являются. Мы теряем настоящую дружбу. Почему так происходит? Парадокс состоит в том, что современное общество информативно, мы живем в век информации. Мы можем общаться по мобильным телефонам, мы можем говорить по скайпу и видеть и слышать человека, который на очень большом расстоянии находится от нас, практически в любой точке мира. Но почему же сама дружба теряется? Почему эти светлые и радостные чувства уходят от современного мира и современного человека? Дело в том, что дружба, я не знаю, как ее точно описать. Может быть, это искренность.
Мы слышали с вами такие суждения в опрошенных. Люди говорят, что это действительно это доверие. Это когда ты можешь открыться перед другим человеком, это искренность. Когда мы можем поделиться самым сокровенным с другим человеком, когда мы можем принять его, этого человека в свою душу и в сердце. Само наименование «друг» означает «другой», не такой, как мы. Другой человек по отношению к нам, но этот другой человек становится чрезвычайно близким нам, близким нашему сердцу и нашей душе. Друг — это тот человек, который находится рядом с тобой, независимо от расстояния. Есть библейский рассказ о дружбе Иоаннафана и Давида, будущего царя Давида. Эта дружба продолжалась довольно длительное время, и был такой промежуток времени, когда 7 лет они не виделись друг с другом, когда царь Давид был вынужден, будущий царь Давид был вынужден скрываться от царя Саула, от его гнева. 7 лет они не виделись. За это время они виделись всего лишь один раз. Но ихняя дружба не потеряла своего достоинства и своей ценности. Они также клялись друг другу в поддержке и в дружбе, как и первый раз. И Иоаннафан был готов пожертвовать своей жизнью всем ради своего друга Давида. То есть расстояние не имеет значения, и даже общение не так имеет значение в дружбе. Мы очень часто думаем, что общаясь с другим человеком, когда мы с ним находим какие-то общие темы для разговора, это и есть наш друг. Но есть такое понятие, как приятель. Приятель — это тот человек, с которым, опять же, приятель, приятно проводить время, нам хорошо с ним. Но когда приходит беда, то вот здесь приятельские отношения могут даже переродиться в нечто очень плохое. То есть мы можем потерять человека. То есть настоящая дружба не ограничивается даже общением. Как сказал один из святых, лучшее из общения — это молитва. То есть если у нас есть какие-то духовные, совместные духовные ориентиры, совместные душевные ориентиры, значит, это и есть настоящая дружба. Ви вже торкнулися питання того, що зараз дуже багато людей спілкуються саме завдяки тому, що є інтернет, є скайп. А чи може зародитися справжня дружба саме віртуально? Чи є така дружба? Чи вона може бути справжньою, якщо вона зароджується саме завдяки інтернету? Спілкування було раніше, ми могли дружити було і легше. Ми спілкувалися більше наживу. А сьогодні ми спілкуємося більше завдяки тому, що є комп'ютер, є інтернет, є скайп. Ви знаєте, лично моє мнение в тому, що все-таки віртуалізація общества, вона убиває дружбу, убиває настоящі теплі отношения. Тому що, щоб чоловік став для тебе другом, ти должен відкрити його для себе. Ти должен посмотреть йому в глаза. И не через скайп, не через веб-камеру, не через экран компьютера или ноутбука. Ты должен заглянуть при личном общении ему в глаза. И это очень важно. Как я уже сказал, средства передачи информации сейчас чрезвычайно широки. Мы можем общаться постоянно, но мы не общаемся. Мы теряем это общение. Мы утрачиваем личное общение с другим человеком. И вот те же самые, допустим, вот соцсети, там может у нас находиться сотни друзей. Вот я, кстати, вот и не понимаю, почему они все-таки там друзьями названы. Можно было какой-то другой термин придумать, потому что само слово «друг» профанируется. У тебя 100 друзей, или 200, или 1000 где-то в Одноклассниках или ВКонтакте, но на самом деле ты можешь даже и не знать этих людей. И они тебе на помощь никогда не придут, потому что они тебя тоже не знают. И это, конечно же, не друзья. Я не буду утверждать, что общение через интернет убивает дружбу или не может послужить настоящей дружбе. Может случиться такое, что люди, познакомившись через интернет, обретут все-таки настоящую дружбу, но, снова повторяюсь, только при дальнейшем личном общении, а не через віртуальні средства связи. Дуже часто від батьків можна почути: не дружи з тим хлопчиком чи дівчинкою, бо в нього там батько п'яниця, або вони дуже бідні. Від чого
залежить дружба? З ким треба дружити? Чи може церква дати відповідь на це? Ви знаєте, дружба – це дуже спонтанне чувство, так же, як і любов. Нельзя себе заставити любити от определенного чоловіка. Нельзя заставити дружити з определенним чоловіком, тобто стати другом, настоящим другом цьому чоловіку. Это может быть, снова же, приятельские отношения. Это может быть отношения, вот, близкие даже, но это не будет настоящей дружбой. Дружба возникает стихийно. Вот, ну, ты увидел в этом человеке нечто настолько дорогое, нечто такое знакомое, нечто, что соединяет вас. И ты готов чем-то жертвовать ради этого человека. Вот, кстати, жертвенность, это так же, как и в любви, является неотъемлемым признаком дружбы, именно жертвенность. И когда родители говорят детям «не дружи», понятно, что они заботятся о будущем своего ребенка. Но нужно взвесить все-таки все «за» и «против», потому что иногда и в неблагополучных семьях встречаются замечательные дети, светлые личности, хорошие, просто ну, не с кем им действительно, некому открыться, некому выговориться. Может быть, посредством вот, обретенного друга этот человек станет лучше. Может быть, он исправит свою судьбу и жизнь. Вы же не знаете об этом. Поэтому я не знаю, нельзя дать точный совет, говорить так или не говорить, это нужно смотреть всегда по данной конкретной ситуации. Но все-таки нужно помнить, что если человек находит в другом друга, то нужно быть очень осторожным, чтобы не разрушить их светлые и радостные чувства. Під час опитування ми почули, що переважно більшість людей говорить, що друзів не може бути дуже багато. Що друзі – це люди, які завжди поруч, завжди підтримують, а взагалі… Ну, чи є якась кількість людей, яка може бути друзями? Я согласен з тим, що ми слышали такі суждення, що друг вообще може бути один, може бути всього лише несколько настоящих друзів. Я абсолютно з цим согласен. Тому що настоящих друзів не може бути много. Друг – это тот человек, с кем ты делишься самым сокровенным. Поэтому всем ты не можешь поделиться, не можешь всем раскрыть свою душу. Здесь, кстати, тоже нужно быть, вот такое предостережение, нужно быть очень осторожными в выборе друга. Потому что очень часто мы открываемся людям и потом страдаем от этого. Страдаем от предательства. Предательство друга – это самое страшное. Знаете, есть такой исторический рассказ о Цезаре. У него был хороший друг, наверное, единственный друг, настоящий друг. Это его лечащий врач. И вот этот лекарь, он каждое утро приносил Цезарю лекарства. Цезарь принимал только с его рук лекарства. Он боялся заговора, поэтому он доверял только вот этому данному человеку. И вот однажды приходит анонимная записка, что на следующий день твой друг-лекарь тебя отравит. Цезарь прочитал эту записку, дождался следующего дня. На утро приходит его друг-лекарь, он отдает ему эту записку со словами «почитай». Лекарь берет, читает. И пока он читал, в это время Цезарь выпивает все эти лекарства, которые тот принес ему. Лекарь был поражен этим. Он говорит: «Как ты мог выпить эти лекарства после того, как прочитал вот эти слова?» Он говорит, Цезарь сказал так, что лучше отравиться и умереть, чем разочароваться в своем друге. И действительно большая боль и, может быть, одна из самых страшных вещей, которая может произойти с нами, это предательство близкого нам человека, друга. Поэтому, когда прежде чем назвать человека настоящим другом, нужно не один пуд соли съесть, знаете, как говорится. Нужно пройти очень многое, нужно испытать его, нужно побыть в разных ситуациях. Не только, когда нам хорошо вместе, когда мы сидим за одним столом, нам весело. Потому что, снова же повторяюсь, мы часто принимаем за дружбу совсем не то. Бывают соседи, бывают сослуживцы, бывают, извините, собутыльники, но это не друзья еще.
Взагалі, от яку пораду дасте, що мають пам'ятати люди на сьогоднішній день, що таке дружба, як її вберегти, як її зберегти, щоб вона тривала не якийсь час, проміжок нашого життя, щоб вона трималась, як казала мені одна жіночка, що в мене є подруги, з якими я дружу ще зі школи, а жіночки вже десь за 70. Это можно только позавидовать. Да. Дай Бог, чтобы мы, если у нас действительно есть настоящая дружба, дай Бог, чтобы мы всю жизнь так могли пронести ее. Как сказал Ромен Ролан, в дружбе нет должников и нет благодетелей. В дружбе все равны. Неправильное утверждение, что в дружбе есть один хозяин, другой слуга или раб, даже некоторые говорят, это неправильно. Есть слова евангельские, Господь говорит в Священном Писании. Я не называю уже вас рабами, потому что раб не знает, что делает Господин его. Я называю вас друзьями. Это очень важно. Христос называет нас друзьями своими. И это, вы знаете, очень греет душу. И настоящая дружба — это равенство. Настоящая дружба — это когда наш друг настолько близок к нам, настолько родной и дорогой нам, что мы можем действительно поделиться всем с ним. И горем, и радостью, и слезами, и счастьем своим. Очень тяжело радоваться с радующимися. Намного легче плакать с плачущими, потому что если даже человек нам неприятен, но у него есть горе, то нужно, чтобы у нас совершенно окаменённое сердце было, чтобы мы не могли ему посочувствовать. Но если неприятна нам человека радость, если он подойдет и скажет нам, а ты знаешь, вот мне повысили зарплату, или меня подняли там по карьерной лестнице, вряд ли мы порадуемся вместе с ним. Но вот счастье друга — это и наше счастье, и радость друга — это наша радость. Поэтому делить радость и скорбь, слезы и печали с другом — это самое главное. Это когда мы действительно можем раскрыться перед другим. И дай Бог, чтобы такая дружба была у каждого из нас. Дружба – поняття для кожної людини своє. І кожна людина від друга чекає чогось особливого. Але і друг вас чекає від вас також, щоб спілкувались, розуміли, підтримували. Дякую, отець Віталію, за нашу розмову. Наше життя з друзями стає більш багатшим, більш щасливим, більш радісним. А я з вами прощаюсь, шановні телеглядачі. До нової зустрічі.